Привет, друзья! С вами Проходимец, и пришло время сыграть в новую игру на этом канале. Вы меня в комментариях уже давно спрашивали про игру «Счастливый стаканчик», и я решил ее испытать. Привет, Проходимец! Привет, стаканчик! Это я! Я так и понял. Нет, я хочу с тобой познакомиться. Как тебя зовут? Меня зовут Проходимец. Буль-буль? Да. А можно я тебя буду называть стаканчик Буль-буль? Можно, все можно. Ты мне только поможешь наполниться водой, а то я чувствую себя как-то не очень. Обязательно. Давай посмотрим. О, вот как здесь все устроено. Нужно рисовать линию. Так это легко. Ну и что сложного? Мне нравится. Первый уровень у тебя получился на ура. Это было очень и очень просто. Ой. А здесь что? Написано, что линии надо делать ровными. Тогда я буду тратить меньше энергии. Ну, в принципе, логично. Давай-ка мы и здесь нарисуем линию. Так я не понял, а в чем-то сложность этой игры? Ой, Проходимец, ты меня наполнил! А тут я тебя тоже смогу наполнить. Слушай, мне твоя игра очень нравится. Она такая простенькая-припростенькая. Это пока уродненькая-приуродненькая. Потом будет ладно, я тебе это уверяю. Это когда еще потом? Ой, я не понял, а краник здесь? А вот краник сверху. Ого, а тут-то как нарисовать, чтобы и мало энергии потратить? Ай, не туда, слушай. Ой, меня не наполнил. Кажется, стаканчик у меня немножко не вышло. А давай мы снова попробуем. Я ведь могу испробовать вторую попытку. Во, теперь-то в тебя больше водички попадет. Проходимец, ты мне нравишься. Ты мне тоже очень нравишься. Упс, а это что? У нас открылся режим челленджей, и мы там можем получить бесплатные монетки. Давай попробуем. Так, у нас целых 4 челленджа или 3. Ну, давай попробуем. Ой, что? Нужно тебе помочь спуститься вниз? Я понял, надо убирать кирпичики. Ага, еще нужно, чтобы ты не перевернулся. Так это же легко. Ой, водичку чуть не расхлюпали. Ну, Владимир, это так здорово, но ты, по-моему, не справился. Это как, я не справился? Ой, я получил награду. Здорово, молодец, целых 5 монет. А это второй уровень? Ну да. Ладно. Второй, так второй. Давай только я подумаю, в каком порядке мы будем здесь все нажимать, чтобы случайно не упасть куда не надо. Ой, Проходимец, где так опасненько? Я вижу. Ничего, падаем. Ай, водичка. Ой. Расхлюпалась. Не давно расхлюпаться, не громусечки. Да, как же мы так неаккуратно-то с тобой, а? Не знаю, просто здесь так опасно. Вот. Ой, стою. Получилось. Стою. Стаканчик, у нас, похоже, еще 5 монет. Пойдем дальше. Мне нравятся эти миссии. Проходимец, я надеюсь, что у меня получится вместе с тобой просто обалдеть, сколько денег. Да, конечно, у нас все получится. Но нам нужно действовать быстро. Не так, не получилось. Ладно, а если еще быстрее действовать? Ай! Ой-ой, Проходимец, кажется, я всю воду растерял. А вот и не всю. Смотри, как мы удачно с тобой упали. Вот, все, мы стоим на земле. Вот это да, получилось! Пойдем в следующую миссию. Я хочу каждую миссию выполнить в этом интересном вызове. Ой-ой, а вот так? Проходимец, вода мне не нравится эта идея. Да, мне тоже, если честно, идея не очень нравится. Ай, стаканчик. Я прямо головой в землю. Прости, случайно так вышло. Ай, да как же так? Я же аккуратно тебя вроде бы спускал. А ты взял и шлепнулся сразу. Ну, Проходимец, извини. Я какой-то такой неутойчивый. А, вот-вот.
Получилось? Всё. Что такое? Я расплескал воду на Голиате, а когда я расплескаю воду на Голиате, я проигрываю. Ладно, я понял. Нельзя расплескать воду. Но тогда как же нам справиться? А вот так вот? Ай, нет, не получится. Ну, добро Кадиме, тут наверняка есть какой-то секрет, которого мы с тобой не знаем. Да, я вот смотрю на эту конструкцию и понимаю, что я никакого секрета здесь не узнаю. Что случилось-то? Маленькая капелька попала, Прокодиме. А вот сейчас и опять. И так много маленьких капелек попало. Мне надоело, я вот быстро. Ай! Чё? Мы миссию прошли. Как это получилось? Не знаю, но похоже, что ты дотронулся до красной линии раньше, чем водичка, которая в тебе была. И мы справились. Вот это да! Вот это сложная миссия, я понимаю. Благодимец, но эта миссия идет важнее. Мне кажется, что мы ее можем даже не пройти. Ай. Да, мы можем ее даже не пройти. А можем даже и пройти, если нам очень сильно повезет. Давай попробуем как-то ее пройти. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, кажется, тут я совсем падаю. Слушай, может, будем действовать как в прошлой миссии? Все быстренько сломаем, чтобы ты раньше воды упал. Нет, не вышло? Нет, водичка разблескалась раньше, чем я! О, а ты видел, как мы только что сыграли? Это, кажется, была неплохая идея. Ну, да, я даже не знаю, благоди меня, дай! Вода все равно падает. Так, нужно очень быстро убирать все блоки. Ай-яй, не так быстро. Давай еще разик. У меня уже почти получается так, как мне хочется. И что ты сейчас ты будешь делать? Ну, конечно же, вот так вот. Смотри, давай, водичка. Где тебя? Ура, получилось! Это, конечно, миссия становится сложней с каждой секундой. Но я не сдаюсь. Я помогу тебе, стаканчик, справиться. Давай! Ай! Ой-ой-ой! Смотри, застряли. Там в водичке капелька застряла. А мы здесь застряли. Вот здорово! И правда, глаз прокатилит. Это хорошая идея. Не обязательно стоять ровно, можно и криво. Главное, не воду не потерять. Да, главное, что я понял смысл. Главное, действовать быстро. Но не настолько, конечно, быстро. Надо успевать. Ай-яй-яй! Полный переворот получился. Все, мы больше не будем делать ни полных, ни каких-либо других переворотов. Будем тебя плавненько, по чуть-чуть сбрасывать в самый низ. Ай-яй-яй, я катаюсь! Неважно. Здорово. Главное, что мы доехали до красной линии. Первый раз ровно стою и не падаю. А вот здесь слабо стоять ровно и не падать. Ой, слабо. Честно говоря, очень даже слабо. Главное, воду не расплескать. Так. Обидно, но правда. Почему? Мы столько прыгали, а водичка расплескалась только в последнее мгновение. Ну не волнуйся, Прокодимец, ой, если быть осторожным и аккуратным, водичка вообще не расплескается, вот. Я был осторожным и аккуратным, и мы справились. Смотри, еще заработали немножечко монеток. Ой, здорово, Прокодимец, отдалось совсем чуть-чуть, один уровень. И мы пройдем этот челлендж. Да, я надеюсь, что мы его пройдем. Только что-то этот один уровень совсем мне не внушает никакого доверия. Ай, так кубики очень быстро разбакиваются в разные стороны. Да, я понял. Надо придумать план, как сделать так, чтобы они поменьше шатались, эти кубики. Вот, смотри, вроде как начало получаться потихонечку, ну правда? Да, немножечко начало. Давай! Все. Молодец, Благодимец! Мы прошли челлендж! Я крутой! Ой, нет, ничего не прошли. Ведь он целый последний уровень. Он, говорят, будет самый сложный. Сейчас проверим, насколько этот челлендж будет сложным. Мне кажется, если убрать все кружочки, а потом медленно начать тебя сбрасывать. Во, ай, капельки. Но ты видел, как мы, интересно, провернули эту штуку? Ой-ой, это как домино. Один убивает, и все падает. Да, надо вначале убирать кружочки.
Тогда все будет более предсказуемо. Ох, водосадили, чувствует мое стаканище сердце. Мы здесь как застрянем, мало не покажется. А вот и нет, мы совсем не застряли. Главное убрать лишние блоки, чтобы они нас от дела главного не отвлекали. Это правда, только здесь вот очень опасно. А мы быстренько все сделаем. Вот и здесь все быстренько. Получилось, давай, я стою. Молодец, стаканчик Буль-Буль. Я тебя поздравляю. Мы, кажется, прошли все 10 уровней первого вызова. А теперь, я думаю, самое время продолжить проходить наши обычные уровни. А то мы их совсем мало сыграли сегодня. О, смотри, а вот сейчас что-нибудь придумаешь? Так, это легко. Вот поставил одну линию и все. Стаканчик полон-приполон, а у меня целых 3 звездочки. Погоди, ты вселяешь меня надежду. Я буду рада до ужаса, если ты еще и еще меня наполнишь водичкой. Ну, конечно, я же здесь как раз для этого. Смотри, снова полный-приполный стаканчик. Ой, это даже легко! Слушай, а когда тебе понадоять его будет лода? Вот сейчас, например, эти шарики укатятся ко мне в стаканчик. И думаешь, ты ничего не сможешь делать. Нет, к сожалению, шарики не укатились. Но у меня все равно все получилось как нужно. Значит, это не к сожалению проходимец, а к счастью. Это точно. Так, а это что за палочки такие? Давай попробуем. Ой, мимо все льется, проходимец. Неужели не хватит водички? Последняя капелька, ничего не получилось. Придется начать заново. Так, я понял, нужно делать поворот более плавный, чтобы водичка как раз в стаканчик попадала. Вышло! Как же круто, когда у тебя есть настоящий друг! Да, ты мне тоже очень нравишься. А это что за кружочек? Это тут тоже линию надо делать? Да, и эта линия мне абсолютно и полностью помогает! Слушай, стаканчик Буль-Буль, мне кажется, в твоей игре... Ой, кто из этих двух ты? И это я, с правой стороны, Буль-Буль, а с левой стороны мой братик, Кап-Кап. Тогда мне нужно как-то сделать так, чтобы поток воды разделился в две стороны, правильно? Да, попробуй заполнить нас обоих. Здорово, моему братику очень понравилось, теперь ты тоже его хороший друг. А ты меня, между прочим, не предупреждал, что у тебя есть братик. О, стаканчик. А это что за линию надо делать? Тебя что, ловить нужно? Да, возьми мостик, иначе я упаду, и все закончится плачевно. Не переживай, я тебя поймаю, даже если ты будешь случайно где-нибудь падать. А вот сейчас, что ты с этим делаешь? Я же по наклону, как полетю, мало не покажется. Значит, тебя нужно как-нибудь остановить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, я переволать боюсь. Нет. Воды не хватило. Не хватило. Не хватило мне воды, буду плакать сейчас. Тогда нужно сделать какую-нибудь платформочку, чтобы ты вот так вот ровненько стоял. О, вот это хорошая идея, у тебя здорово получается. Так, я же стараюсь. А сейчас ты тоже стараешься будет. Ну, конечно, я вот придумаю сложный такой механизм, чтобы тебя удержать от падения. Ой, прогонимец, я как-то криво год стою, но мне нравится. Да уж, главное, что получилось тебя поймать. А теперь что будет делать, прогонимец? Кажется, беда. Я не понял. Эй, стаканчик, кажется, я тебя потерял. Может, меня на краник зацепить каким-то образом? Да, похоже, это единственный вариант. Ой, и у тебя получилось заработать целых 3 звезды. Это же так здорово. Ну, я старался. А это еще один похожий уровень. Но я думаю, здесь я справлюсь очень быстро. Ой-ой, я готяюсь. Прогони, ведь я упаду. Никуда не упадешь. Это ведь специальная качелька от проходимца. А здесь тоже какая-то странная конструкция. Ой, проходимец, что-то мне эти две палочки не очень понравились. Да не, все простенько и легко.
Достаточно лишь подставочку для тебя придумать правильную, и все. А день? Какой день будет подставочку придумывать? Ну, я думаю, вот такую, типа батутика. Ой! Ай! Шарик, прости. Ты, кажется, улетел немножко. Я тебя попробую спасти еще раз. Так, делаем вот ровненько все. Вот так получилось, а то думал, что опять улетю. Нет, я второй раз ошибки не повторяю. Ой, прогонивец, вот это мне совсем худо сейчас будет. Я сейчас на этот шарик упаду и перевернусь. А я тебе сделаю, чтобы не шарик был, ой, чуть не упал. О, видел, я могу упасть, ты меня страхуй, получи, пожалуйста. Ладно, я буду стараться делать свои линии поровнее, чтобы ты на них поаккуратнее приземлялся. Ой, ай! Ты аккуратнее, пожалуйста, а то эта вода уже хотела от меня сбежать. Нет, никакая вода от нас не сбежит. Ой, смотри, между меня, между мной, это как тебе дубной, а я между ними такими странными штуковинами. Нет, я тебя поймал, тебя поймал. И как ты меня поймал? Теперь вода совершенно в другом месте, не во мне. Ну, погоди, значит, надо придумать другую схему, вот так намного лучше. Что это такое? Ты сегодня потерял одну звездочку, мог бы поаккуратнее, блатята. А ты меня предупреждай, если я вдруг буду на грани потери звездочки. Ой-ой, а то на беда тут может случиться, на меня кто должен шарик упасть? Я думаю, что он на тебя как раз не должен упасть, иначе мы не сможем набрать в тебя водичку. Ой, смотри, сколько разных мелких шариков. Я думаю, нам тоже надо от них защититься. О, отличная идея. Хорошо, эти шарики будут так легко от них защититься. Ой, а здесь что? По-моему, вот этот большой шарик надо притормозить, чтобы он к нам не подобрался. Я еле стою на маленький, сейчас упаду. Нет, все в порядке, мы успели, мы справились с нашей миссией. А вот как с этой миссией справиться? Мне кажется, водичка сейчас похлюпает и все шарики. Ай-яй-яй, побегут меня, не хочу шариками. Да уж, шариками водичка получается невкусная. Я, кажется, понял. Надо сделать вот такую конструкцию понадежней, чтобы шарики никуда не выбрались. А это уже хорошая идея! А вот здесь вот нам тоже как-нибудь надо шарики притормозить. Ой, а мы им качельки сделаем. Мы получились ни туда и ни сюда. Полный стакан водички, бубуль. Да, и никто нам не мешает. А вот здесь что-то уже все как-то странненько. Я не понимаю, чем нам может помешать тот оранжевенький шарик. Сейчас он нам ничем не помешает. Это обманка, благодимец. Ты что, так не понял? Я понял. Я должен был от него защищаться и попасть в ловушку. Но мы этого, к счастью, избежали. Ой, благодимец, а что ты сейчас собираешься делать? Это очень сложно. Если честно, я пока еще не придумал. Но мне кажется, ой, если... Ай, мы нет. Мы звездочку потеряли, и водички так и не набрали. Да, это была ошибка. Надо придумать другой вариант действия. Но этот оранжевый шар нужно остановить любым возможным способом. Ой, опять потеряли много звездочек. Погоди, давай мы вначале разберемся, как вообще здесь что-то сделать. А потом уже будем звездочки собирать. Ой, улетела водичка. Да, ни водички, ни шарика. Вот как обидно. Ладно, а если я вот здесь линию нарисую? Не вышло. Опять ни водички, ни шарика. Ой, как обидно. Ну, погоди, я разберусь рано или поздно. Вот, теперь получится. Смотри, смотри, водичка. Ух ты! И даже три звезды сохранили. Здорово! Да, если очень долго стараться, то рано или поздно получится. И вот здесь у нас рано или поздно все получится. Так, ай, неправильно. Ну, вот это дело, благодимец. Мне кажется, так делать совсем не надо. Да, я уже и сам понял, что так делать не надо. Может быть, надо как-нибудь вот так вот сделать. Ну-ка. Ой! Ай!
Я тебя сбил немножечко. Но, Владимир, можно я падать не буду? Я же все-таки стеклянный. Можно, не падай. А, вот ты не упал. Маловато воды, совсем маловато. Ну, тогда давай еще разик попробуем все сделать иначе. А если мы вот такую вот штуку поставим, чтобы шарик нам не помешал? Воды, получилось! Это такая рюшка, то-то надо. Да, мне пришлось несколько раз пробовать, пока эта закорючка сработала так, как нужно. Ой, Владимир, а что мы с этим тариком делать будем? Ай, вот ты натворил. Не то, что надо. Это была ошибочная идейка. Надо делать эту палочку повыше. Тогда уж точно все. Ой, шарик! Ай, опять падаю! Все, я понял, нужно снова исправить ситуацию. Да что ж такое? Почему у меня ничегошеньки не получается? Может быть, как-нибудь зафиксировать эту вот такую дудку, которую ты придумал? Да, я вот пытаюсь зафиксировать, но у меня не очень получается. Скорее, водичка, водичка! Ой-ой-ой, всего две звездочки, первый лад! Две? Я не согласен на две. Хотя, две, три, какая разница? Главное, что мы вперед продвигаемся. А впереди, конечно, все становится сложнее и сложнее. Вот я об этом говорю. Посмотри, какие годные уровни нам достаются. Но мы с ними все равно справляемся. И снова заработали три звездочки. Ну вот, стаканчик Буль-Буль, мы с тобой потрудились сегодня просто-таки феерически. Вначале я научился тобой управлять, потом мы прошли крутой челлендж, а потом еще прошли целую толпу уровней. Владимир, а главное, мы с тобой заработали 100 монет, и, может быть, когда-нибудь мы за них сможем кто-нибудь купить. Но это уже будет в следующем выпуске. И я приглашаю всех моих друзей-подписчиков приходить на следующую серию игры со стаканчиком Буль-Буль. А чтобы это не пропустить, обязательно жмите колокольчик. С вами был Проходимец. Пока, друзья!